Привет, ребята! Нам с вами всем с самого детства говорят, что очень важно мыть руки. А вот интересно, зачем? Сегодня раз и навсегда разберемся с этим вопросом. Раздевайся, проходи в ванну, руки мыть. Какие у меня руки грязные, не хочу мыть. Зачем нужно мыть руки? Отличный вопрос. Искать ответ будем вместе с моим другом Умникусом. Знакомьтесь, пожалуйста, и доктором медицинских наук Денисом Владимировичем. Ну что, начнем? Руки люди моют уже десятки веков. Даже учредили Международный день мытья рук 15 октября. Почему же этому процессу уделяют так много внимания? Расскажет доктор медицинских наук Денис Владимирович Турчининов. Руки необходимо мыть прежде всего для профилактики инфекционных заболеваний. Наши руки каждый день касаются очень многих объектов, разных поверхностей, вещей, на которых эти микробы, хоть мы их не видим, но они находятся. Ну а потом с рук эти микробы могут попадать на наше лицо, на продукты пищевые и вместе с продуктами попадать внутрь организма. Да-да, я читала, что малыш до 2 лет за час 80 раз касается руками лица. Ребенок от 2 до 5 лет 40 раз, а взрослые до 15 раз. А вот еще любопытный факт. Ученые говорят, что больше всего бактерий находится на денежных купюрах и монетах. И это неудивительно. Они в постоянном обороте и за день могут сменить несколько хозяев. Несмотря на это, после контакта с деньгами руки моют только 27% взрослых. Дверные ручки – тоже любимое место бактерий. Только представьте, сколько человек в день может взяться за ручку, чтобы открыть или закрыть дверь. Да уж, давайте будем чаще мыть руки, чтобы быть здоровыми. А как это делать правильно, расскажет и покажет Денис Владимирович. Слушайте внимательно. И ты, Умникус, тоже. Сначала мы руки намочили, затем выдавливаем буквально совсем немного мыла. Очень нужно тщательно намыливать руки. Делать это нужно не торопясь. Примерно 20 секунд. Можно больше. Когда мы все мыло смыли, лучше всего закрывать кран, ну, чтобы руки не испачкать, либо локтем, если такая возможность есть, либо бумажной салфеткой. Вот после этого мы руки можем хорошим чистым полотенцем тщательно осушить. Очень важно, чтобы руки после мытья стали сухими, потому что, когда руки влажные, к ним микробы тоже могут очень легко приставать. Спасибо большое, Денис Владимирович. Мы запомнили. Умникус, а у меня вопрос. После чего обязательно нужно мыть руки? Вот. После того, как вернулись с прогулки домой, после использования туалета, после чихания, до еды, после прикосновения к сырому мясу, птице или рыбе, контакту с мусором, мусорными емкостями, после того, как поиграли с животными. Ну что, ребята, мы на ваш вопрос ответили. Теперь вы на наш ответьте, пожалуйста. Сколько времени нужно мыть руки, чтобы они точно стали чистыми? 5 минут? Достаточно 20 секунд. Ровно 1 минуту. Да, это правильный ответ. Вас не провести? На сегодня все. Давайте скажем Умникусу и Денису Владимировичу спасибо. Интересуйтесь новым, задавайте вопросы, и вместе будем искать ответы. До новых встреч в эфире. Пока-пока.